Приветствую вас на канале Алегрия, меня зовут Игорь, и сегодня мы с вами посмотрим дом общей площадью почти 300 квадратных метров со своим собственным участком. Стоимость данного объекта 225 тысяч евро. Идемте смотреть. Дом находится в закрытой урбанизации с бассейном и находится на собственном участке. С него мы и начнем обзор. Пойдемте. На участке есть фруктовые деревья, большой навес с зоной отдыха, зона барбекю. Пойдемте посмотрим веранду, и я вам покажу второй вход. Веранда соединяет два входа. Один вход по правую руку от меня, один по левую. Пойдемте посмотрим второй вход и вернемся сюда. Здесь расположен второй вход. А также прошу вас обратить внимание, что дом газифицирован. Это сэкономит ваши средства при отоплении данного дома. На веранде есть удобная зона отдыха. Ну а теперь пойдемте внутрь дома, посмотрим внутри. Оказавшись внутри дома, мы с вами сразу попадаем в большую просторную гостиную, которая совмещена со столовой зоной. И удобная кухня, которая имеет каменную столешницу и всю необходимую технику. Из гостиной мы попадаем в так называемую спальную зону. Здесь по левую руку от меня находится ванная комната, по правую руку спальня номер один. Пойдемте посмотрим. В первой спальне есть большая двуспальная кровать, большое светлое окно, также оборудовано современной мебелью и есть большой встроенный шкаф. Пойдемте посмотрим далее. Спальня номер два, скорее это больше детская, нежели спальня, потому что комната небольшая, но достаточно уютная. Здесь также есть огромный, я бы сказал, встроенный шкаф. Обратите внимание, есть радиаторы отопления, установлены в каждой комнате. А теперь пойдемте посмотрим второй этаж. Мое мнение, что очень грамотное решение сделать вход на второй этаж отдельным, что не мешает вашей приватности, когда к вам приезжают гости либо родственники. Идемте смотреть. На втором этаже у нас находится спальня с собственным санузлом и душевой кабиной. И большая гостиная, в которой тоже можно разместить гостей. На втором этаже гостиная на самом деле невероятных размеров. Имеет свой санузел с душевой кабиной, зону для отдыха и даже двуспальную кровать. Здесь также есть столовая зона. Обратите внимание, установлены кондиционеры. Пройдемте далее, посмотрим в спальню. Из гостиной мы можем попасть в спальню. Также в этой спальне есть отдельный выход на балкон второго этажа. Большая двухспальная кровать. Здесь же техника, установлен кондиционер, большой шкаф и имеется свой санузел, как я уже говорил, с душевой кабиной. Пойдемте посмотрим еще один этаж. Спускаясь со второго этажа, оказываясь на участке, мы с вами можем отсюда попасть на цокольный этаж. Дом был построен в 2013 году, и хозяева делали его постепенно под свои нужды. Здесь они решили оборудовать большую зону отдыха с ТВ-зоной. Обратите внимание, что на цокольном этаже есть окна. Здесь же есть небольшая кладовая и еще одна комната. Это еще одна комната, спальня с большой двухспальной кроватью. Также имеется окно, также радиатор отопления, есть большой встроенный шкаф. И здесь же есть свой санузел, оборудованный душевой кабиной. Санузел на цокольном этаже также выполняет частично функцию хозпомещения или постирочной, где находится стиральная машина, бойлер, сушилка и моющие средства. Напомню, мы только что с вами посмотрели дом общей площадью почти 300 метров, который находится на своем отдельном участке в 9 километрах от моря, буквально 10 минут на машине, и вы на пляже. Стоимость данного объекта 225 тысяч евро. С вами был Игорь Горовецкий, Алегрия. Строим вашу мечту.